В рамках реализации муниципальной программы повышения безопасного дорожного движения на 2021-2025 годы в Самаре в целях обеспечения выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, сотрудники госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Письмо водителю». За 8 месяцев этого года в Самаре зарегистрировали 90 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 100 детей пострадали и один ребенок погиб. Акция «Письмо водителю» – это обращение детей к водителям транспортных средств с помощью писем, рисунков, призывающих к соблюдению правил дорожного движения. Ежегодно в период начала учебного года мы проводим комплекс различных мероприятий. У нас проходит как «Внимание, дети», так и городской флешмоб «Спасибо, водитель». И традиционно мы проводим мероприятие «Письмо водителю». Во всех образовательных учреждениях дети у нас пишут письма с обращениями, рисуют рисунки по правилам дорожного движения. И затем совместно с инспекторами ДПС выходят на проезжую часть и отдают их водителям. На призыв написать письма откликнулись ребята старшего дошкольного возраста. Совместно с родителями они написали и красочно оформили письма обращения к водителям нашего города, где ребята выразили главное. Уважаемые водители, будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, не превышайте скорость. Передать письма адресатам из рук в руки решили ребята постарше. Водители, они вспомнили, что на дороге ходят дети, и были аккуратнее, смотрели по сторонам, ведь дети могут выскочить с любой стороны, и чтобы они были готовы и были внимательнее. В своих письмах ребята просили водителей транспортных средств не разговаривать по телефону во время движения, не превышать скорость, не употреблять спиртные напитки за рулем, всегда пропускать и уважать пешехода. Именно этому вопросу в нашей школе уделяется огромное внимание. Дети с удовольствием участвуют во всех акциях. Безопасный Новый год. Наша мама водит классно, знает правила прекрасно. Будь заметнее, засветись и много других. Мы активные участники всех городских акций и мероприятий. В этот день проезжая часть была освещена улыбками детей и водителей. Это один из тех дней, когда инспекторы госавтоинспекции останавливали водителей лишь для того, чтобы ребята вручили свои письма. Водители с пониманием отнеслись к просьбе ребят, были неравнодушны, тронуты их обращением и пообещали быть предельно бдительными на дороге. И, конечно же, строго соблюдать правила дорожного движения. Оставлю себе на память. Как говорится, не зря дети старались. Детей пропускаю всегда, да, на пешеходном. Да и не на пешеходном тоже. Потому что это дело страшное нам. Эта акция нужна нам в нашем городе. И она призывает водителей быть внимательнее на дорогах. В итоге остались довольны всем, и ребята, которые почувствовали свою значимость в акции, и водители, которым подобная профилактическая работа подняла настроение.